Всем привет, меня зовут Сиародинджин2, и сегодня мы играем в Brawl Stars. И я думал, нет новых бойцов. А тут я его еще даже ничего с ним не делал. Он еще новый. Он, оказывается, подарочек. Давайте мы его прокачаем. Еще 5. 1 гем. Ух, давайте его возьмем и попробуем поиграть с этим новым бойцом. Сегодня вообще должно было выйти другое чуть-чуть видео, но вышло это. Да, мне кажется, сегодня было другое, да, но чуть-чуть планы поменялись. Да, вся катка с Мика, просто все тут с Мика. Имба. Одни Мика. Ой, имба. Чё за атака? Чего? Ой, у меня лагает. Чего? Подожди, он через стенку так может? Ой, ё-моё. Ну, ё-моё. О, имба. Что, вся катка в Мика? Ё-моё! Что происходит? Вся катка просто в Мика. Ай. Ё-моё. А, что вы? Я не понимаю. Вся катка в Мика. Что это было? Просто сейчас вся катка в Мика. Все катки в Мика. Впервые я один Мика в катке. А? Кто? Тим? А. Это кажется. Какого-то бойца по имени Мика. Проблемы с радиусом. А, не-не-не, он передвигается. Е-мое. Вся катка в Мико была. Суперсол, не делайте бойцов. Нет, делайте бойцов, но... Блин. Типа, в этой катке уже есть Мика. Попробуй взять другого. Ой, иду пока. Я даже ульту еще не знаю. Ой, уйти. Ой! А у Шелли-то я ульту знаю, у меня-то... Блин. 8. Ой, ё-моё, сейчас еще одна катка в Мика. Я... О! А чё, всё, он больше не популярный? Типа он уже всем надоел? Типа я тупой, да? Да. Суперсел. А зачем вам было делать Мику? Мика. Забрать Спайка. Этот Brawl Pass я, наверное, все-таки заберу Спайка. Мико! Я офигею, зачем вы? Давайте кто-нибудь Тима. Мне нравится, нету этого звука хотя бы. Пистолетов. У него, кстати, перезарядка долгая.
Саша, Сашава. А? Да ё-моё. Блин. А, здесь сидим Перу! Там один Перу был. Интересно, а когда перестанут вообще появляться катки, где тупо все Мика? Мика? Вся катка Мика. Уйти, уйти, уйти. Да, блин. Вся катка Мико. Просто Brawl Stars придумал Мика, дал его всем. Я вот помню, когда Эдгара я получил, не было такого. О, один ворон. Байстеп. Но вот чисто то, что один Эдгар в катке был, такого ни разу я не видел. Тогда, на тот момент. Блин, я не умею на Мика играть. Ну реально, такого не было. Или было, но вообще я... Ура, наконец-то Мика нет. Потому что сегодня видео посвящено Мика. А не этому. А не Эль Примо с его 25-м рангом. Я его ульту еще не видел. Дай ульту, мужик. По-братски. Спасибо. Так, ну ульта неплохо. Не знаю, что у него за ульта. На атаку у него тупо прыгать. Я улетел. За ней, за ней. В погоню. Все забрали. Столкновение. Мне кажется, я быстрее Мика на 25-й апну. Где она? Или он? Кто? Где? Когда? О, он перепрыгивает, да, любое препятствие? На его пути он все перепрыгнет. А, я вас понял. Ё-моё. Что? Грей, кстати, когда он вышел, его же тоже бесплатно давали. Ну, не прям супер бесплатно. Его за квест давали, вроде легкий. Грея я по квесту получил. Сочувствую тем, кто его выбивал. Потому что, ну, по квестам изи был. Квест и... А, нет! Нет! Это Мика! Это катка Мика! Люди. Бастер. Хай. Уйди. У него смайлик какой. А? Я тебя понял. Так. Я могу перепрыгнуть его удары? Блин. Ну вот смайлик купил. Тут. Да. Это была потеря. Мы теперь не можем поиграть с обычными бравлерами. Теперь все катки тупо с Мика.
Вот пару бойцов тут не мика. Меня радует. Давай. Я вас понял. Мика уже возненавидели. Например, Спайк. О. Офигел, Спайк. А чё на меня? Не, ну Мика это то еще. Так, это надо запечатлеть. Наверное, следующий смотрю канал. Да-да-да-да-да. Я нашел еще канал друга. Да, я нашел еще друга и еще канал. Ну и короче. И короче, меня хотят убить. Нечестно. Лагает как вопа. Это из-за того, что все мика? Типа сейчас куча людей играет. Если Wi-Fi у меня хороший. Да, это сервера умирают. Это либо сервера умирают, либо я не знаю. Пони. Да. Уничтожить. Так, уничтожить и переиграть, а? И забрать банку. Блин, я не запомнил никого. Кинь, да. Все одним словом улететь. Ладно, я зато я похилился. Давай его. Ай! Ну, четвертый ранг миг. И... О! Первые блинги. Ровненько! Люблю ровные числа. Ну, что за квестики? На Мика, кстати, ни одного квеста не придумали. Ну а на этом заканчиваем. Всем удачи и пока-пока.